Собираемся в школу, да? Собираемся в школу. Ладно, я пошел, да. Пока. Ну чё, где этот таксист? А шо? Ёп! Чё за хрень? Ёп! Понятно. Ну, это мне в город надо. Да, у меня всё зависло. Всё, садись. Садись, мистер Пепистер. А как вас... Едем. Едем. Ты это вырежешь. Ты заебал меня! Да ты заебал! Все, не лагает вроде. Короче, раз, два, три. Подождать! Дура! Не лагай, все, раз, два, три. Вы куда едете, мистер? Как бы, ну, вы едете. Да, мне туда, в город. Вы что, студент, что ли? Ну да. А вы на кого учиться поехали? В университет? Да. Да, едьте нормально! Ты права дал! Я не виноват, у меня Майнкрафт! Я это все вырежу! Молодец! Вот мы уже подъезжаем. Если что, вон там это кладбище, если вы хотите кого-то похоронить. Да, вас похоронить. Зачем? Все, спасибо! До свидания. Ебал, ломал твой рот. Все, тихо. Так, тут какой-то детский садик, почему людей нету? Ты меня заебал! Если что, потом мне скинешь, я это сделаю на своем втором канале смешные моменты. Охуенно, у меня полностью видит. Ты не смогла! Охуенно! Охуенно! Блин! Ладно, давай, короче, типа, это ты продолжаешь, вот ты приехала, я не... Да, я сейчас вернусь на то место. Меня скин свой. Ай, не... Блядь. Иди. Может быть первым. Итак, сейчас я такой. 3, 2, 1. Какой чудесный садик. Пусто только. Так. Магнетит, он, походу, закрыт. Окей. А, это... Переехал в другой... В другом городе. Понятно, обожаю. Вырежи это. Я такой. Я выключу тебя. Стой, сейчас вот тут на этом моменте. Сейчас. Убери это! Спасибо. Стой, давай это самое. Структурный блок. Ебаный. Нет. Пиздец. Наплюнем нахуй. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Какой чудесный, да, ну да. О, такие большие улицы. Это что такое? Понятно, понимаю. А, это типа кафе, наверное. А, это милиция. Ой, я зачем сюда пришел?
свидания. Сказал до свидания. А где мой этот? Ой, не универ, а сюда же мне надо. Здрасте. А мне куда? Наверх, дура! Ладно. Спасибо. Я не могу. Я слишком жирный. Так, наверх... Здрасте. Здрасте, а чё... Я ваш сосед, и я почему-то не могу открыть дверь замком. Ну, вот так вот вру. Что? Ой. Ой. Я бы сказал, ну да ладно. А вы что, вы тоже тут живете? Да. А чё? А почему тут такая... Я только сегодня сюда заезжаю. Ну, походу, к вам поселили, но, походу, я понимаю, почему она такая дешевая. А тут кресло зато один. Обалдительно. Вам придется покупать новую мебель. Я это... Ой, извиняюсь. Ну, хоть туалет сохранился. Что нам придется делать? Убирать это все. Я вам помогу, конечно. Я бы вам не помогал, потому что... А что такое? Почему ты не убираешься? Блин, уже ночь наступает. Обожаю, когда происходит. У нас новые ножи. Что ты слышишь? Почему слышится, как будто... Не знаю. Там, типа, вот квартира, вот так у них, вон там. А? Они говорят, не шумите, а они сами тут шумят. И такие, бум-бум-бум. И на камеру записывают. А еще я такой вчера ночью сижу. Почти час ночи. И, короче, это на улице. Почти вот, походу, возле моего подъезда. И такой мужик какой-то орёт. Люди! Я представляю. И потом через несколько секунд опять. Люди! Понятно, пьяные. Я говорю, пьянь одна, это очередная, блин. Все, давай. 3, 2, 1. Так. Ну, наверное, надо что-то купить, чтобы оно убралось. А где это купить? Ну, знаете, у меня есть такая штука. Да, она есть у меня. Она вроде должна убрать. Да, она убирает. Так что вы занимайтесь лядами, а я займусь паутиной. Какая паутина? Фу. Кошмар. Что это было сейчас? Странно. Так. Только одна кровать. Угу. Кровать еще надо покупать. Я буду на диване пока что спать. А вы спите на кровати. Ладно, давайте тогда. Я посплю, и мы увидимся уже завтра. Да. Если что, я вам там... Если что, у меня есть машина, если что, я вам могу отвезти куда-нибудь. Угу, хорошо. Спокойной ночи. Так, надо... Я почти доубирал все лианы. В туалете только еще осталось. Он вроде сказал мне, что он отведет меня куда-то. Мне просто интересно, что у меня есть. Я громкую музыку включу и... Хорошо. 3, 2, 1. Так. А, привет. Как я заметил, нам нужна мебель. У тебя хотя бы есть деньги, хотя бы есть? Да. У тебя сколько? До 20-50-ок. У меня 2000, я думаю, нам этого хватит. И 24-200. Ну, то есть, по 20, ну, 200 рублей по 24. Значит, вы богатые, походу. Давай, садись. Давай. И еще 24-десятки. Надеюсь, лагать не будет. Так, о, кстати, тут Почта России есть. Надеюсь, да. Посылку мне. Мы едем в мой родной город, откуда я и приехал.
Так что, поехали. А ты откуда хоть? Я из деревни, которая возле этого города находится. Деревенский, значит? Да. У меня такой вопрос. Там поля, и больше ничего нет справа. Слева одно пустое поле. Это что, какой-то плоский мир? Я не знаю. Эти деревья? Они слишком... Так, вот и новый город. Там Билань. И вот здесь у нас будет... Житель! Так, ладно, я припаркую куда-нибудь сюда машину. Так. Здрасте. Так, тут магазин мебели, да? Здравствуйте. Ага. Здрасте. Нам надо мебель везде. Так, что мы купим? Так. Что мы будем покупать? Я не знаю, я хочу купить вот это. Сколько она стоит-то? Я не знаю даже. Продавщица, сколько она стоит? Это... 200 рублей? А, ну, у нас как раз этого есть. Да. Нам знаешь, что надо еще купить? Мойку, чтобы мыть руки. Ну, и, мойку. И, наверное, холодильник с креслами. Я думаю, да. Вот этого хватит. Так, ну, короче, мы поняли, что мы берем. Дай мне немного денег, да, я это все куплю. Так, давай тебе дам. Вот столько хватит? Вот столько хватит? Я думаю, да. Примерно. Так, здравствуйте. Я хочу вот этот комод поставить у себя и еще. Покупаем надо будет. Вот это получается, сколько по две штуки получается. И возможно, если хватит, можно мы купить телевизор хотя бы. Сейчас посмотрим. Получается, я даю вам за этот 300 плюс. Короче, вы поняли. И получается мойку одну. Магнетит. Я пойду иду, пока куплю. Так, магнетит. Здрасте. Чё надо? Ну, мне еду. Иди тогда, давай деньги, покупай, что хочешь. Угу, спасибо. Давайте я куплю вас два доширака. И, наверное, два бургера. Давай. 30 рублей. Ладно, держите. Все, забирай. Боже. Не боже мне тут. Так, вон доширак. Два. И так. Простите, я тут просрал. Паша, блин. Круто, такие твари. До свидания. До свидания. И вам не сдохнуть. Угу, спасибо. Так, ну ты все купил? Да. Бургер? Да. В общем, на, знаю, держи. Она как-то бесит, потому что у нее имя странное. Да, возьми. О, хоть что-то. Я думаю, на неделю нам хватит. Да, я тоже так думаю. Так. Держи свои, ну, твои деньги-то. У меня они хоть немного-то остались. Угу. Спасибо. Так, я хочу еще тут посмотреть, что происходит. Бесплатная еда, смотри. Ну, кстати, да. Зачем мы тогда покупали? Я не знаю, что тут это. Можно рельс собрать? Странно. Вчера этого не было. Это видимо, камеры какие-то. Секретные камеры. Но они не совсем секретные. Что это такое? Ой! Ой! Это... Так, ну нафиг валим! Быстрее, быстрее! Где твоя машина? Где, кстати, мои блоки? Так, жить, ты ничего не видел. Ты ничего не видел. Быстрее. Куда? Ты где? Ставь все блок, он не ходится. Ладно, пошли. Быстрее.
Где твоя машина? А, там я ее видел. Быстрее, садимся. Можешь в багажник всю еду положить. Все, поехали. Три точки нажать, если... Да пофиг. Быстрей. Ничего не хочешь все рассказать о себе? Ну, вроде больше нечего рассказывать. Я пока по дороге поем. Главное не врезаться, а то такой таксист мне попался, какой-то ужасный. А что я застрял? А, я просто дерево ничего не надо толкнул. Я вот подумал, все опять. Скучаете, наверное, по дому? Прошел один день. Вроде пока нет. У меня в деревне какая-то жизнь происходит. Ты там какой-то один съехали, какой-то дом там остался заколоченный. Потому что у нас там по соседству еще живет ведьма. А вообще... Да-да-да, я вас слушаю. Я просто... Ну, я проехал на нашу остановку, потому что нам надо вот так... Ну, я решил дорогу новую выбрать. Надеюсь, ты мебель-то там не забыл? Да нет, она... Я одну мебель уже просрал. Ну, я ее снова купил. А что? Так, все, мы приехали. Опять, наверное... ёбаный, меня в глазах. Да. Я пойду туда поставлю машину, а вы заберите вот это все. Забери вот это вот. Вот только нечаянно не поставь, а то нам это больше не вернуть. Хорошо. Да. Я пойду отвезу машину. Это на все, что хватило? Да. Класс. А кровать-то мы не купили. Я на диване посплю. Ладно. Скоро в школу. Ой, какая школа? Колледж это? Так, сейчас будем все ставить. Тут темно. Тут одна паутинка осталась. Так, я хочу поставить вот, ну, кстати, вот сюда. Почему бы и нет? Вот, да, вот сюда хочу поставить. И берем стул. Не знаю, куда эти стулья поставить. Давайте одну вот сюда поставлю, а вторую. Я не знаю, куда поставить второй стул. Давайте вот сюда поставим. Все. И надо сейчас в зал. Ой, какой зал? Дверь открытая. Где дверь открытая? Да, я знаю. Так, и надо поставить умывальник. Так. Вот сюда. Все. Там можно использовать как ключ, наверное. У нас только одна комната со светом, да? Все остальное поменяно. Да. Эту паутинку забрал убрать. Так, давай спать и новый день. Давай паутинку сначала уберу. И... Так, я хочу пока что положить. Так, можно пока что поразговаривать о чем-то. Чего у тебя тут еще-то у тебя есть? А, прям появилось что? Да. Я пойду тогда позвоню маме и спрошу, как у нее дела. Угу. Ладно, я устала на это, поэтому я пойду, пожалуй, спать. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи.